Музыкально-поэтический вечер авторской поэзии прошел в библиотеке имени Пушкина. Зрительный зал организовали прямо на улице. Весь вечер звучала музыка и песни в исполнении местных артистов. Здесь же провели акцию «Книга ищет друга». Любое издание. На стенде были книги разных жанров, от поэзии до детективов, можно было получить в подарок. Но все-таки центральной частью программы вечера стало чтение стихов в исполнении их авторов, сочинских литераторов. Свои произведения поэты исполняли с балкона Пушкинской библиотеки. Отмечу, что музыкально-литературный вечер провели по поручению мэра города. Цель – поддержка местных авторов. Вот такой, как сегодня, это первый вечер, который администрация просто подарила нам, поэтам. Это великолепно. И мы, конечно, очень благодарны. И надеемся, что и в дальнейшем нашим поэтам будет предоставляться возможность выступать перед различными аудиториями. Нам очень хочется, чтобы наши гости города и жители города знали, видели, что поэзия жива. Теперь такие музыкально-поэтические вечера будут проводиться регулярно. Организаторы уверены, такой формат придется по вкусу жителям и гостям курорта. А зрителями первого вечера стали десятки людей, которые, гуляя по набережной, не смогли пройти мимо, не послушав стихи и музыку.